Ученики из Херсонской и Запорожской областей примут участие во Всероссийской школьной олимпиаде. Также среди новичков Чукотский автономный округ и Республика Крым. Школьный этап продлится до 27 октября. Свои знания проверят учащиеся с 4 по 11 классы. В этом году предусмотрено два формата участия – очный и дистанционный. На платформе образовательного центра «Сириус» можно выполнять задания по математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии. Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Ежегодно в этом интеллектуальном соревновании принимают участие более 6 миллионов ребят. Диплом победителя Всероссийской олимпиады школьников дает право поступить в российские государственные вузы без вступительных испытаний по профилю олимпиады.